В сети интернет появилась информация о повышении цен на услуги Колпашевской паромной переправы. Как рассказали редакции ТВК в администрации компании-перевозчика «Сапфир», в настоящее время паромы продолжают работать в прежнем режиме. Стоимость перевозки автомобилей через реку и график движения паромов не менялись. Цены на услуги паромной переправы традиционно вырастут при переходе на зимний режим работы. Это произойдет при похолодании и образовании на реке ледяных полей. Тогда перевозчику необходимо будет заменить действующие на линии теплоходы на более мощные и оборудованные ледовым поясом. В прошлом году паромы перешли на зимний режим 17 ноября. В компании «Сапфир» отмечают, что цены на услуги паромной переправы в период зимнего режима работы останутся на уровне прошлого года. Так, минимальная цена за транспортировку легковых автомобилей в 2022 составляла 750 рублей. Добавим, о переходе на зимний режим и повышении цен компания оповестит население, в том числе через средства массовой информации.